Приветствую тебя, юный принц. Нам нужно поговорить. У меня нет времени. Послушай меня, мальчик. Это королевство обречено. Тьма уже спустилась на землю, и ничто не в силах остановить ее. Если ты действительно хочешь спасти свой народ, уводи его вдоль моря на запад. Бежать? Мое место здесь, среди моих людей, и я буду защищать их. Значит, ты уже сделал свой выбор. Запомни, чем яростнее ты будешь бороться с врагами, тем быстрее твои друзья окажутся во власти повелителя. Прости меня за то, что я пряталась, Артас. Я просто хотела... Помолчи! Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он прав? Может быть, он действительно знает, что произойдет? Его слова не заставят меня покинуть родину Джайна. Меня не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Пошли. Я рад, что ты все-таки решился, Удар. Следи за языком, юноша. Хоть ты и принц, но ты еще и паладин. А в Ордене я пока еще старше тебя. Как будто я не помню. Послушай, Утар, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. О нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в зомби. Весь город должен быть уничтожен. Что? Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Проклятие, Утар! Как будущий король, я приказываю тебе очистить этот город от солдат тьмы. Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Тогда я должен расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артес? Да? Лорд Утар, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших рыцарей. Артес, ты не можешь просто... Это уже сделано. Те, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные убирайтесь с глаз! Ты пересек опасную черту, Артес. Джайна. Прости, Артас. Я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать. Приветствуем всех. Оу, оу, оу. Раньше мы вроде были не здесь. Отличный план. Плана нет. Так. Да, господин. Угу. А, кузница нужна. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу! Прости меня, отец, но я должен сделать это. Разумеется. Я ждал тебя, юный принц. Я Малганус. Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне. Дом за домом я порабощу этот город. И огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Видимо, зря мы торопились. Отличный план. Теперь я действительно зол. Королевские войска напали на нас. Спасайся, кто может. Да. Хорошо.
за моего отца! За моего отца! Жалкий глупец! Дело сделано! Они получат по заслугам! За моего отца! Поздно просить пощады. Разумеется. Как скажете. Подожду! Дело сделано. Хорошо. Где враг? Конечно, разумеется. Отличный план. Опять работа? Хорошо. Угу. За моего отца! За моего отца! Они получат по заслугам! Теперь я действительно зол! За моего отца! Поздно просить пощады! Теперь я действительно зол. Отличный план. Так. За моего отца! И да, как минимум их город ощутим по меркам измен. И новые модельки горожан. Исследование завершено. Хоть в чем-то радует. За моего отца! Жалкий глупец. Поздно просить пощады. За моего отца! За моего отца! К бою готов? Исследование завершено. Где враг? Конечно. Мало тебя не съедить его. За честь и отвагу! Да они что ж вы не атакуете? За моего отца! За моего отца! Исследование завершено! Жалкий глупец! За моего отца! Они получат по заслугам. За моего отца! Свет дает мне силу. Теперь я действительно зол. Артас, хватит пылать. Я снова живу. За моего отца! Ага. На перехват. Ох, ничего себе телепорт. За честь и отвагу! Разумеется. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Соревновать, конечно, хорошо, конечно. Но лучше бы он нас не торопил. За честь и отвагу! Где враг? Поздно просить пощады! Take a chance! Железные горы! Конечно. Где враг?
честь и отвагу! Разумеется. Что? Блин, бойца вперед. Я служу Куда свету. Куда стрелять? За моего отца! Не суй нос не в свое дело, щенок. Ползи назад к своему дряхлому папаше и дожидайся конца света вместе с ним. Это не нужно плакаться. За честь и отвагу! Свет дает мне силу. Конечно. Исследование завершено. За моего отца! Не нужно кланяться. Дайте цель! Поздно просить пощады! За моего отца! Теперь я действительно зол! Они получат ваши войска атакованы! Угу. Без защиты нельзя все здесь быть. Хорошо. Нужно больше ферм. Это да. Нужно больше ферм. Да, господин. Хорошо. Хорошо. Свет дает мне силу. За моего отца! Теперь я действительно зол. Нам нашу базу напали! Ну, держись, база. За моего отца! Капец. Дело сделано. Они Исследование завершено. Дело сделано. А, они даже не подготовились. Ё-моё. Я служу свету. Теперь я действительно зол. Можно просить пощады. За моего отца! Разумеется. Сейчас опять Малганис выплатит. За моего отца! За моего отца! За честь и отвагу! Они получат по заслугам. Я снова живу. Так, стоп. Здесь у них укрепление, видимо. Во имя правосудия. О, конечно. Да ё-моё, телепортатор-то несчастный. Отличный план. Все больше и больше групп поддержки видят. Конечно. Нужно больше ферм. За моего отца. Нужно больше ферм. Отличный план. Где враг? Отличный план. Конечно. Я служу свету. Как, ничего интересного? Жалкий глупец. За моего отца! Они получат по заслугам. Отличный план. Теперь я действительно зол. Однако. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Это что за подарочки такие? За честь и отвагу!
Не нужно кланяться. Конечно. Разумеется. За что? Ого. Теперь я действительно... Ваши войска атакованы! Жалкий глупец. Однако. За честь и отвагу! Теперь я действительно... За моего отца! Жалкий глупец. За моего отца! Теперь я действительно... Поздно просить пощады. Разумеется. Отличный план. За моего отца! Жалкий глупец. Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. За моего отца! Поздно просить пощады. Конечно. Жалкий глупец. Так, хорошо. Ну, теперь уж молганец нам не должен помешать. За честь и отвагу! Что ж вы так расползлись опять, а? Я снова живу! Теперь я действительно зол! За моего отца! Поздно просить пощады! За моего отца! Сейчас мы покончим с этим, Малганус! Один на один! Храброе сердце! К несчастью для тебя, мой юный принц, все только начинается. Собирай свои войска и отправляйся за мной в царство вечных снегов, в Нортренд. Там мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Будь ты проклят, Малганус! Я отыщу тебя и на краю земли! Ты слышишь меня? На краю земли! Ну что же, как минимум эта миссия претерпела заметные изменения. Да и ролики, конечно, хоть и не те, которые обещали, но в какой-то степени обновлены. Ну и, конечно, вот эти вот внезапные враги и сопротивляющиеся ополченцы свою долю новизны привносят. Но в любом случае, на этом пока что все.